Всем доброго дня. Че не здороваемся? Здравствуйте. Че я на перекрестке брошу? Сегодня у нас такой тепленький денечек. Сколько там, Саш, градусов? Пока 17. Обещали 28. Время 11 часов дня. А мы решили на дачу съездить. Посмотреть, что там. Санёк-то вчера видел, в баню ездил. С братом, с двоюродным. Вчера дождик был целый день. Ну, вчера, видишь, выпуск. В окошко не смотрел. И у нас показано было, что дождя нету. А он весь день шел. Они почему-то не глянули в окно. Хорошие денечки. Последние, наверное, может, денечки такие. Не то суббота, не то воскресенье там уже нарисовано. Холодно? На 3 дня дождик и днем 14. Это у нас загородный парк. Также огорожен парк и городской. Стадион и парк все вместе здесь у нас. У нас в этом году одни юбиляры. Завтра юбилей у свекра 90 лет. 29-го у зятя 40 лет, 6 октября у мамы моей 85 лет, а в ноябре у Сашиной сестры 70. Вот так вот. По дороге на дачу заехали к Сашиному товарищу. Он занимается вот голубями. Посмотрите, какие тут красоточки. Вон у них там. Ух ты. И рыжие, и белые, и пестрые. Люда! Я к ней с гостинцами, она меня не хочет пускать. Сейчас зайду без стука. Люда! Тебя тут украдут, блин. Ну, конечно. Как же. Люда меня угощает еще. Тушенка с перловкой. Рассказывай, Люда. Купили вы? Что, мясо? Нет, не мясо. Аппарат как называется? А, этот. Господи. Я тоже забыла. Автоклав. А ты мне его покажешь, что ли? О, я не знаю, где он. Он на улице открытый стоит. Он его вылил уже сегодня. Да. Хоть посмотреть, что за автоклав-то. Вот. Распечатали. Вот они. Видишь? Рецепты. Ну-ка.
белорусском. Ну, он там сверху. А еще. Вы что, это белорусский он, да? Да, белорусский. Ух вот. Ты какой. Да, вон, видишь, туда вот ставится. Вот, все, вон, видишь. А как? Это вот так ставится? Да, все друг на друга. Ба, я такой ни разу не видела. Водой. Туда банки ставятся, заливается водой. Это да, на газу? На газу. Потом это... Сейчас пойдем дальше. Я тебе покажу. Что, цветок-то еще ничего, да? Я не убираю не, он завязший. Все. Думаю, может быть, там семена можно будет как-то собрать. Ну, говорят, он двухлетка. Не знаю, ну, можно, не знаю, нет. Ну, короче, сверху он закручивается. Накачивает. Чем накачивает? Насосом. Насосом? Насосом, да. Я первый раз такой автоклав вижу, Люда. Ну, как, почему? Ну, не все одинаковые. Не, не все одинаковые. И это. А потом, значит, это. Он до двух этих там атмосфер, что ли, интересно, накачивает, потом опускает до одной, просто проверяет, чтобы не было воздуха. И потом поднимается до четырех. Атмосферная. Да, это значит температура в автоклаве уже 120 градусов. И что, Люда, при 120 градусах? Варится 40 минут. 40... Мясные консервы 40 минут. Здесь у тебя горох, гречка и перловка. Перловку и гречку замачивали мы на ночь, да, а горох варили. Горох готовый, потому что... Сырое мясо положили, сверху горох, а лук, морковку... Лук, морковку пожарили, тоже положили после мяса. И все. А это закрыли сразу? Сразу закрывается. Закатываешь, да. Сырое? Сырое, да. В общем, это нагнетаешь до 120 и 40 минут, 40, да? Да, кипит. А ты все время хорошая, да, ты сегодня красивая. Не накрашенная, не надо. Прическа у тебя хорошая. Угу. Я имею в виду, не убавляешь ничего? На одном. Нет, вот 120 надо держать. Вот довела до 4 этих единиц. Потом убавила, чтобы на этой до 4 она держалась. Все понятно. Когда вот 4 этих вот единицы, то там уже температура 120 градусов. Все понятно. И надо придерживаться все 40 минут вот этих 4 единицы. Да, да, да. Все понятно. Ну, попробуем. Ну, а то еще разоримся, тоже купим. Или что-нибудь другое. Докупила розу, как она симпатичная. Ты ее пересадил, что ли? Угу. Земельку купленную или садовую? Нет. Свою. Красота. Это она у тебя перезимует, а ты ее потом... Потом пересажу. Не стала я в зиму ее сажать. Думаю. Ну, это у меня такая розочка была, и вот она теперь сколько лет меня радует. У меня вот радует. Красная колбани-то, она так растет. Но она периодически замерзает у меня, потом вылазит. Ну ничего. А где ты ее купила? В магазине? В Магните. В Магните. Сколько стоит? 300 с чем-то рублей. Все понятно. Сваха меня кофе угощает. Кофе. А то скажут сейчас кофе. Кофе угощает. Сварила мне кофе. Ну, конечно, это не то, что у тебя в кофемашине есть сахар. Угу. Урожай у Люды. Спасибо. Хороший же. Кислый вот этот. Кислый? Угу. Нормальный, видимо. Ну-ка, подожди, вон тот слаще. Вон тот. Какой? Вон тот, вон, возле беседки. Ну, так он еще не готов. А он слаще. Ну, давай, поставим. Не, мне срывать не надо, я так просто я попробую. Я хотела оторвать, вот давай. Вот это вот хорошая кисточка. Да попробуем. Ну, по-моему, нормально. Тату Санек собрался вино делать. Нет, я не оторву. Надо этот. Вот этот сладкий я сейчас съела. Вот ты запомни. Я его съем. Ух ты. На даче что только не напробуйся. Все вкусно, Люда. А? Все вкусно. Все.
видно, что... Ну, там вон рябинка. Ир, ну какой ты пробовала? Не знаю. Кисточку. Вот смотри, вот. Красивую ты вот мне это хочешь. Вот красивая. Попробуй вот с ней. Угу. Хорошая? Очень даже. О, красота какая. Все, хватит. Нет, сейчас еще подожди. Тут еще понадобится. Вот смотри, тут, смотри. Тут. О, вот, вот попробуй вот это вот. Или вот это. Сейчас скажет Валерка, все. Мы весь мой виноград съели. Нет, ничего не скажет. Угу. Готова? Да. Подожди, там, по-моему, девушка. Или как? Красота. Сейчас на мой притусим. Не, хватит, Люд, давай хватит. Еще вот это попробуй. Вот я сейчас покажу пальцы. Подожди. Вот некрасивая. Вот. Вот, 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 посмотри, какая красивая. Или вот это вот попробуй. Слушай, ну у нас на дом тоже есть. Ну, давай, ну, я держу. Ну ты попробуй сначала. Да ладно. Хватит, Люда, все. На. С полными сумками сейчас уйду. А ты куда дело конфет? Она оставила. О, вкусно, правда? Ну, давай это, я не знаю, я бы просто не пробовала. А это другой пробовала. Совсем. Это Лидия. Угу. Ну, вот так, по идее, он должен быть... Этот. Ну, это кожица толстая. Кожица толстая, да. Ну-ка, вот это я попробую. Вкусно? Она прям сильно-сладкая бывает, когда. У меня такая, я уже усы, это уже половину пообрывала. Как будто, знаешь, вот только выросла прям. Ну да. Есть вот, ну как сказать, листы испорченные, да? Как ты сказала? Я все вытаскиваю, да. Ты не обрабатывала ничего? А когда? Вообще вот по осени ничего не обрабатывала? Я ее срезала полностью. Ну, мы тоже срезали. Ну, а, потом... у тебя еще помидоры. Да. Потом я еще обрывала усы и все на свете там. Вот, видишь, вот этот магазин, она их тут сожрала, блин. Актарой надо будет обработать. Ну, на следующий год. Вот, ты посмотри, у меня цветик. Ну да. Огромный, да? Ну. Все, и тут уже все, они уже старые. Вот смотри, можно потом. Ну, а семена, это... нет, еще не высохли. Нет, это еще нет, еще нет. Все. Спасибо. Ну, давай. Спасибо, давай. До свидания. Давай. Было все. Спасибо. Было все вкусно. Ага. Давай, пока. Привет. Ой, ребята, мне сейчас позвонили с Вестника Отрадного, с газеты. И хотят обо мне написать в газете. Я говорю, да чем я так заслужила? Ну, говорят, вы творческий человек. В субботу ко мне придет корреспондент с фотографом. Ё-моё, я расстроилась, уже переживаю. Смотрите, клубничка. Я говорю, чем я так заслужила? Ой, малинка есть. Малинка. Ох, малинка. Сейчас детям соберу. Надо усы, наверное, пообрезать немножко. Да, абрикос, все. Абрикос погиб. Девчонки, кто знает, напишите мне в комментарии, будет от этого толк, нет? Наверное, нет, не будет.
пришла от свахи, унюхала, кто-то жарит шашлыки. Все, пришла, покой потеряла. Стала приставать к Александру Ивановичу. Александр Иванович сел на машину и поехал. Купил вот немножечко шашлыка на разновес. Еще главное, это поближе здесь и нету нигде. Съездил в семейный магнит.